Привет, народ! И мы с вами играем в кровь и вино. И это еще один эпилог, на этот раз с Цири. До этого, ребят, мы прошли с вами эпилог с Трис, который у меня был, потому что я в основной сюжетке выбрал Трис, так как, ну блин, ну хотел я выбрать Трис, а чтобы выбрать каких-то других героев, типа Йеннифер и Цири, нужно перепроходить всю сюжетку от начала до конца. Ну или, хочешь, хорошо, середины хотя бы. Это немножечко проблемно. Что же, спасибо Антону за сейв, который он подогнал. Если вы хотите увидеть эпилог с Йеннифер, можете скинуть в сейв. Ну, напишите, короче, в ВК мне. Скините там сейв. Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. И судьбоносная встреча. На самом деле, с Йеннифер даже смотреть не хочу, потому что не нравится мне Йеннифер, противный шлюх. Чем так воняет? А вот Цири, это другое дело. Ты хорошо выглядишь. Эй, не стой так. Обними меня. Хватит мне указывать. Обнимашки. Ты что привезла? Гаркаяна из Ангрена. Я убила его. Сама. Поэтому ты уехала из Карараса так внезапно. Я даже не понял, что случилось. Нашел только записку «Не ищи меня». Я просто остолбенел. Глупо вышло. Но я все время чувствовала, что я в твоей тени. Что я задохнусь, если не выйду из нее. Поэтому, когда увидела этот заказ в Ангрене, то поняла, что должна его выполнить. Сама. Без няньки. Я тебе не нянька. Я верю в тебя. Как тебе мой дом? Красивый дом. Только ремонт, пожалуй, не повредит. Максимально прокачанный дом. Да. Какие проблемы? Я об этом уже думаю. Может, выйдем наружу? Покажу тебе сад. Цири какая-то недовольна. Это не так, то не так. Не обнял, дом не отремонтировал. Как же здесь красиво. Я могла бы остаться здесь навсегда. Что тебя удерживает? Да, собственно, ничего. Я убила Гаркаяна, получила награду. Пожалуй, мне полагается небольшой отдых. Без всяческого сомнения. Как сказал бы мой дворецкий. У тебя есть дворецкий? Его зовут... Варнава Базиль. Это он впустил тебя в дом. Я скажу, чтобы он принес тебе фруктов и чего-нибудь попить. А ты можешь валяться целый день. Ни о чем другом я и мечтать не могу. Это было скорее похоже на саркастичный комментарий. Ты так представляла себе жизнь ведьмачки? Геральт, мне ничего не надо было представлять. Все-таки перед тем, как разойтись, мы кое-что пережили на пути. Быть подмастерьем не то же самое, что быть мастером. До мастерства мне еще далеко. Но я стараюсь. Впрочем, я училась у лучших. Я старался лишь передать тебе то, чем сам владею. Я вообще-то про Эскеля и Ламберта. Так что, не жалеешь о своем выборе? Конечно, нет. Я делаю то, что хочу делать, и стала тем, кем хотела. Думаю, это одно из необходимых условий для счастья. Тот взгляд Геральта, ребят. Кто-нибудь вырежьте его лицо и поставьте мне на стену в группу. Ты уже встретилась с очаровательной изнанкой ведьмачьего ремесла?
Что ты имеешь в виду? Людскую неприязнь. Причудливое соединение удивления, страха и презрения. В одной деревне на меня спустили собак. В другой запретили пользоваться колодцем. А в остальном все неплохо. Зато меня пока еще ни разу не обманули с наградой. Я надеялся, к женщине будут иначе относиться. Геральт, на этом свете, если кто и относится к женщинам иначе, то точно не в лучшую сторону. Скорее наоборот. Как все прошло в Ангране? Гаркаен серьезный противник. Поэтому я решила его сперва ослабить. Заманила его в заброшенный склеп, где он не мог спрятаться. Подальше от города и людских жилищ. Верно. Всегда лучше избегать случайных жертв. То, что он не мог укрыться, это, конечно, хорошо, но он же дьявольски быстрый. Не такой быстрый, как я. Трудность была скорее в том, что он куда сильней. Зато я хитрее. Мы немного поборолись, я изобразила неудачный выпад и позволила ему напиться. Черная кровь сделала свое дело, и дальше было совсем легко. Хм. Умно, умно. Типа, знаете, поддаться, чтобы победить. До свидания, Цири. Береги себя. Что-нибудь еще скажешь? Вижу, тебе нравится это место. Ах, хотела бы я... Ну, как я понимаю, это все? Больше ничего не будет? Что ж, ребят, это все. Это был эпилог с Цири. Можете скидывать мне в ВК там сохранение с Йеннифер. В принципе, можете завернуть сохранение с Йеннифер просто в zip-архив и кинуть в ВКонтакте через документы. Я так 100 раз сделал. Правда, не с сохранениями, но суть не меняется. Какая разница, что в zip-архив пихать, хоть вирус. Так что... Спасибо за просмотр, ребят, ставьте лайк, если вам понравилось. В принципе, довольно интересный еще рассказ, небольшой. Жалко вот, что так вот, ну не знаю, чисто небольшой диалогик, потому что, по сути, диалог на 5 минут, и все как бы на этом кончается. То есть вот ради этого разработчики заставляют нас переигрывать. Ну, в идеале-то нужно переиграть практически, не знаю, бог знает сколько часов, чтобы получить вот этот эпилог. Но ладно, ребят, спасибо за просмотр, пока, скоро увидимся, нам еще много чего предстоит сделать.